Ну-ка, подбрось меня. Чё? Подбрось. Залез. Лес похуже заполнен. Снимай, снимай. Да не, не болтайся, просто виси. Да нет, просто по этой железке полз. Все. Лицом сюда. Я падаю. Нормально. Пошли подъезд со мной. Покажу. Тебе это покажу. Два этажа или один этаж? Короче, где и живет. Игорь. Нет, это. Хуй. Ну я не помню, где здесь живет. Ну я ничего не вижу. Вот что это тут. Я закрыл так. Я буду бегать, ничего не увижу. Зима. Ну заходи. Что это такое? Это у Андрея машина. По-любому хотел угнать. Смотрим покататься. Фонарик не включаю. Что, давай, рубрика. Толпачки снимаю. Блинар, не снимать он. Там на костре сейчас вообще происходит непрохие приключения. Ну, рубрика. Вот хотя бы вот такое расстояние. В смысле, что за ветер? Видишь? Что это за хрень? Где? Ну вот, видишь? Что там? Где? А, это же дождик идет. Я плюнул. Это пыль? Какая пыль? Это точно не ты. Ты что ты мне? А что за ним? В смысле? Сейчас колеса завернут. Серьезно, менты были? Да. Да, это участковый. Так мы же на улице гуляем, что не спасать? А если за ним поедет, туда уберу. Я его сразу... Можно не идти за ним, можно просто там его ждать. За нами кого-то держит. Я, кстати, понял, почему.
вон, когда не завернул, вас не видно было. Вон там. Здорово. Пошли с ним. Вот, новый персонаж. Кто это? Как он зовет? Что ты? Пешком пойдешь? Все. Пошли, сказал. Что за бархатный цеги? Эх ты не. Блин, ничего не видно. Поле не видно, да. Так, что, здесь его ждем, стоим? Или за ним пойдем? Давайте на дороге стоим. Что, блядь? Что, блядь? Он царапает. Ой. Извини. Ну, блин, да. Светлает. Кэштэмэ. Что он делает? Что за музыка? За участковый. Участковый. Видишь, откусанный? Где? Вон. Где? Вон откусанный. Где? Вон. Где? А вон же был. Где? Ага, вот. Где? Да, он поближе подойди. Я и так близко стою. Осуждает. Что это такое? Что такое? Ну это не актуально уже посмотри. Ну куда можешь забраться? Еще. А если вот так? Ча-ча-ча. Чё, он убежал, да?
Да? Я хотел в газель залезть. Ложись, залезем. Ты что? За контентом. Что-то банника не встречал сегодня? Ладно. Я его в рот. Ну-ка ты в баню скажи. А чё он голый? Такой старичок. Ого. А кто увидел? Сегодня ушатало. Ну, скоро поедет. Такая ирка выбегает. Чё, я тоже в рот дам. Я на родник иду. Ну там темно. Если нас убьют. Но это не точно. Слышно, родник, что ты? Не, домой. Иди. Я попаду. Чё, нашёл? Может. Тоже домой? А ладно, пошли. И можно ответ уже достать. Чё? Диск когда новый какой-то сидит? Ты кому? Где? Какой диск? У меня он чуть-чуть кривой. Я чё? Мятина какая-то чуть-чуть. Я чё? Мятина, ну ты же знаешь. Не. Купишь? Какой диск? Мы тогда ездили двое. А, упали? Да. Сам упал. Чё, чё? Вот мои мопеды. Видите мои мопеды? Весь полей уже упал какой-то. Живёт. Тя-тя. Где ключ? Здесь фонарик не нужен. Где ключ? Сейчас он дымлет в дом. Вам? Сейчас, подойди, скажу, куда начинать. Он закрыт. Тебе надо сцепление нажимать или нет? Не надо. Просто кнопочку. Кнопочку нажимайте. Вы чё вы? Да уйди ты! Уйди ты! Стой! Нормально, да, пути? Да, нормально. Привыкну к аппарату, Гура. Привыкну к аппарату. Не дымит. Ты куда? Сейчас зайдут, да. Задыхайтесь. Вырубит этот фонарь. Куда? Куда? Тут еще сильнее дымит. Кто-то катается. Куда? The Bluetooth device is ready to tell. Что, он заряжен или не заряжен? Да не включай, я это не выйду. Я убавляю. Ну чё, всё равно. Сейчас стример включу. Чё лучше? Ну всё, я не выйду больше полки. И вообще не выйду больше лета. Ну всё тогда, включаем это. Да не трогай ты! А чё? Чё, ладно, я поехал. Туда-сюда. Ну, короче, всем... Всем спать. Я поехал. Эпично, конечно, если ты меня включи, дашь, я поеду. Куда ты мой мотик выгоняешь?